Добрий вечір, шановні глядачі телеканалу «Новий християнський». Я дуже радий вас вітати в студії нашої програми «Я бачив Бога». Як завжди, ми запрошуємо цікавих людей. А я не міг пропустити цей момент, коли перебував у Польщі і запросив сюди на нашу програму дуже цікаву людину. Це пастор, це керівник об'єднання, це євангелист, це людина, яка багато років проповідує Слово Боже, Кшиштоф Заремба. Добрий вечір, шановний брате, радий вас бачити в нашій студії. І знаєте, от наша програма, вона так називається «Я бачив Бога». Чому я так її назвав? Ну, звісно, людина не може побачити Бога, заглянути йому в очі або там побачити його постать. Але, мабуть, більшість людей в своєму житті бачили прояви Бога. І от таку тему ми сьогодні беремо в основу нашої програми. Пастор Кшиштоф, ну, по-перше, дуже дякую, що ви прийшли. І знаєте, от я зараз перейду на російську мову, щоб вам було краще і легше. Перший вопрос у мене к вам такий. 22-й год, начало війни, мільйони біженців їдуть в Польщу. Я не скажу, що між Польщею і Україною там завжди були хороші відносини. Есть, наверное, несколько таких сложных моментов, которые до сегодняшнего дня они остаются нерешенными в отношениях. Но вот ту любовь, ту заботу, ту опеку, которую проявил польский народ по отношению к народу Украины, это действительно, ну, наверное, какое-то божественное проявление было. Розкажіть об этом поподробніше, якщо можна. Добрий вечір. Ну, я би хотів розмовляти на українській мові. Ну, нам во время комунізму нужно було изучать русского языка. Но мы не учились, мы участвовали в уроках. Ну, я 12 лет участвовал. Я извиняюсь, были уроки русского языка в Польше? Да, с 5 класса начальной школы. От 5 до 8 начальной школы, 5 лет в техникум и 2 года на университете. Сори, что перебил. Это так, так было. Ну и мы не хотели учиться русского языка, но теперь то, что мы знаем русский язык, это очень полезно. Ответ на твой, пастор, вопрос. Это началось в 2011 году в нашей церкви. Угу. Первая семья, русскоговорящая семья, приехала в нашу церковь. И как они приехали в нашу церковь, у меня было такое сильное чувство, что нам, что этих людей будет много. Больше, много, и нам нужно сделать все, чтобы они чувствовали в нашей церкви, как в семье. Мы думали об этом, чтобы не начинать украинской или русскоговорящей церкви, только сделать все, чтобы они чувствовали хорошо. И так мы начали делать. И потом пришел 2012 год. Больше людей начинало приезжать из Украины, из Прибалтики, из Беларуси. Потом 2014 год. Да. Много людей начало приезжать. И мы решили, что нам нужно душопопечение на украинском и русском языке, нужный пункт интеграционный, нужны служители, которые будут заниматься этими людьми. И я честно скажу, Бог коснулся моего сердца, потому что для меня целую мою жизнь, еще перед покаянием, я всегда думал, что на Востоке это враг. Извините, пожалуйста. На Востоке кто? Враг. 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 Наш враг. И Господь коснул моего сердца и изменил мое мышление, как это началось. И мы начали делать все, чтобы эти люди чувствовали себя хорошо в нашей церкви, не всем полякам понравилось.
Были люди, которые говорили, но мы думаем, что этих русских у нас много. Может быть, кто ушел тоже с церкви в эти время. Но я знал, я чувствовал, твоя программа на тему «Ты видел Бога», но в эти времена я чувствовал, что Бог приготовляет нас. И потом у нас начали, мы начали строить взаимные отношения с церквями в Украине. Mm-hmm. Я много начал путешествовать, знакомиться с пасторами разных союзов, разных церквей. Я подружился, я почувствовал, что я люблю Украину. И как пришла война, у нас, еще перед войной, у нас был пункт интеграционный, у нас был пастор, душопопечение, много лет уже была трансляция на перевод на русский язык, и уже было много взаимных отношений в Украине. И в этот день, когда пришла война, у нас была встреча такая молитвенная, мы начали молиться, и я помню первое воскресенье. Угу. Я зашел в церковь, мы знали, что... Это будет. Через три дня после начала. Да. Я знал, что будет больше, много людей. Я зашел в церковь, а там много людей. Мы уже приготовили все через эти три дня. Мы больше наушников для трансляции. У нас уже было все раньше. Но еще мне нужно сказать, что перед пандемией в нашей церкви было 200 русско-украинского говорящих людей. И, честно говоря, мы очень благодарны, потому что в моменте пандемии они нас спасли. Помогали, чтобы это тяжелое время пройти. Но пришла война, первое воскресенье, я захожу, много людей. Они не знают, что делать. И я увидел одну женщину. И я смотрю, и я узнал, что... Я встречался с ней, как я был в Украине. Mm-hmm. И я подошел до ней и сказал ей: «Тебя, твое имя Татьяна, а тебя, твоя семья», я сказал, какая семья. Она смотрит на меня и плачет. Пастор церкви, она первый раз приехала, а он знает ее имя и семья. И я был очень благодарен Господу, что я помню это имя, для нее было очень важно. И это был момент, когда после того, как началась война, пришел на меня еще один человек с нашей церкви, полак. И он мне сказал: «Пастор, как ты открыл нашу церковь для людей русско-украинского говорящих, мне это не понравилось. Я был в этой команде, которая была против. Но теперь я пришел до тебя, что и я хочу сказать. Я прошу прощения. Я теперь понимаю, почему Господь 11 лет раньше открыл нашу церковь для этих людей. Им я очень благодарен за то, что Господь раньше нас приготовил до этого, что произошло». А вот скажите, ну вот сейчас уже, да, когда в Польше находится где-то 800 тысяч, да, 900 тысяч. Может, больше, да. Вот людей. Это вообще для страны плюс или минус? С моей точки зрения, это плюс. И экономично, и... Вообще, я извиняюсь, вот, допустим, Германия, она такая более иммиграционно была открыта для разных людей. Там много... Вот я сейчас с Германии мы приехали, да я зашел в торговый центр... Я, честно говоря, был удивлен. Я там ни одного немца не видел. Там одни турки ходят. Вот что самое интересное. То есть Германия открыта была. Польша, здесь очень сложно увидеть африканца, турка сложно увидеть, араба сложно увидеть. Вот. А с Украиной все-таки, под миллион людей. И плюс это или минус все-таки? Мне тяжело говорить, что минус. Да,
Потому что для... Я тоже... Ну, почему люди к иммигрантам так настороженно? Потому что другая культура, другой взгляд. Знаете, как этот анекдот говорит, взорвался трехэтажный дом в Германии, да, и погибла семья из Африки, погибла семья, значит, из Сирии, вот, а немцы, говорит, не погибли, потому что на работе были. Интересно. Но я вижу так, первое, я думаю, что произошел чуд, потому что наше взаимное отношение, оно не всегда было, с историей мы знаем, что наша история очень близка, но есть и черные страны и с польской стороны, и с украинской. Но я думаю, что произошел чуд, что мы, поляки, открыли свои сердца для украинцев. Но то, с моей точки зрения, украинцы тоже сегодня борются за нашу свободу тоже. Угу. И я думаю, что нам нужно быть открытыми и принять этих людей, которые приезжают, потому что они тоже отдают свою жизнь за нас. Я так на это смотрю. Вот у меня такой вопрос. А в Польше есть День независимости? Есть. А к чему он приурочен? Что мы вспоминаем? 1918 год, когда мы получили независимость после 123 года, как мы были оккупированы через Россию, Германию и Австрию. На три страны поделенное было. Да. А независимость получили это, когда были Первая мировая война, там получили его независимость. И это праздник независимости вот приурочен к этому дню. То есть после этого Польша же была в советском лагере. Но еще была свободна между 1918 году и до 1939 до Второй войны. Но Советский Союз, он хотел в 1920 году занять Польшу, но им не повезло, слава Господу. И у нас была независимость. Ну а потом пришла Вторая война, и у нас после войны... Вот скажите, как так получилось... Что вроде бы, как и вы были и в соцлагере там, и были под сильным влиянием России, язык вас заставляли учить. Да. Вот. Но как-то вот Польша не поддалась под вот это влияние. Вот у нас День независимости мы празднуем с 91-го года, да? Когда мы от России, ну, как бы отделились. Ну, я не скажу, что отделились. Почему? Потому что... Было столько завязок и культурных, да, вот наши певцы туда ездили, их не сюда, язык русский, так он никуда не ушел, кинематограф, вот эти все системы газотранспортные, там, потом электрические, все было повязано, там, покручено, вот, и вот только сейчас мы понимаем, что мы, эту независимость берем, да? А вот в Польше как-то получилось, что у вас, сразу раз и все. Для меня это тоже категория чудеса, потому что Польша была поделена. И три разные менталитеты. Менталитет германский, русский, австро-венгра, еще другий авторитет. Но я думаю, что много... У нас нас сильно изучали наши истории. И это было раньше, и после Второй войны тоже нас изучали. Вы не смешались ни с немцами, ни с австро-венграми, ни с русскими, не смешались. В Украине вот это смешение произошло. Но у нас мы сохранили язык. Это важный элемент единства. Да? И мы сохранили язык. Я думаю, что тоже, что литература, тоже было сильное влияние литературы. У нас была литература, которая
поднимала наш патриотизм или там националист, то может плохое слово, но такое желание быть... Это неплохое слово. Но оно, как люди, некоторые по-другому понимают, да. Но у нас было так, что я, литература, сильная история. Это было так, что нас связало с собой. То есть были какие-то люди, которые и при Советском Союзе, и при соцлагере, когда социалистической Польша была, они все-таки культуру и историю постоянно поддерживали, да, как-то передавали и поколениям передавали. Было много подпольной тоже литературы. Я с детства взрастал и читал литературу подпольную, потому что мне это интересовало. Что это за история была с Папой Римским, когда СССР хотели там подавить восстание в Польше, и Папа Римский сказал, что я сам пойду на баррикады? Ты думаешь на тему военного положения 1981 году? Да. Но я помню, я в эти времена был на университете, был в подпольной организации, был арестован в эти времена тоже. Но КГБ? Польское КГБ. А как называлось? СБ, служба безопасности. И тоже этот, потому что поляк был папой римским, то тоже имело и значение для Польши, большое и значение. Потому что это был человек, до которого мы могли, как это сказать, на которого могли мы смотреть, могли такие отношения иметь. Знаешь, в эти времена для некоторых неверующих людей то, что они участвовали в жизни католической церкви, то была такая легальная форма протеста. Mm-hmm. И это было сильное влияние, очень сильное. Я помню эти времена очень сильно, потому что я это переживал. Но эту фразу папа говорил, да, что? Я не слышал об этом. Не слышал. Не слышал об этом. Я помню. Иногда, знаете, бывает легенда. Да, может быть. Но, напевно, он имел большое значение для Польши в эти времена. Но я помню этот день, когда он стал папом римским. Я это помню, мне было 17 лет, я думаю, я возвращал домой, и я подумал, не нужно идти быстро до дома, потому что будут выбирать римского папы, и это будет поляк. Я не знаю, почему я так подумал, я зашел в дом, мы включили телевизор, смотрим, а то информация. Все плакали. Это был такой первый... искра свободы, что получилось то, что не будет понравиться нашему коммунистическому государству. Раз уже начали про католиков говорить, традиционно Польша считается католической страной, и я вам скажу, я был приятно удивлен, что и днем, и утром, и вечером католические соборы переполнены людьми, много молодежи. Как протестантам тут живется? Я родился в католической семье. И я благодарен Господу, что мои родители, они передали меня ценности. Угу. Но как я покаялся, я покаялся после времени, когда у меня было много вопросов, я уже ушел с католической церкви и не был верующим, как говорит Евангелие. Я искал Господа, молился, чтобы Он меня коснулся, я читал Библию, но я еще не покаялся. Как я покаялся, и я стал уже пастором, и мы начали церковь в городе, где я родился, сначала отношение было очень плохо. Все говорили, что мы сектанты, а сам главный священник католический сказал, что я, что в этом городе
первый опасный, небезпечный человек – это я. И он публично это сказал. Они, было немножко гонения в нашу страну. Но потом, как они посмотрели, что мы делаем хорошие вещи. Вы из католика стали протестантом. Да, да. Вот вы же, наверное, знаете пастыря такого Ульф Экмана из Упсалы. Да. Как он из протестанта стал католиком? Но у меня это произошло так, что я, как я родился в католической семье. От 6-го года жизни до, я думаю, 16-го я был, я служил в церкви католической. В католической? Да, министрант у нас по-польски, это по-английски altar boy. Я помогал священнику. Я каждый день, с утра и вечером я ходил на служение. Я думал, что я буду священником католическим. Но потом я зашел в среднюю школу. Уже немножко начал уходить это все. И потом я пошел в университет. Я уже всем забыл. И как я был на университете, я жил жизнью, плохой жизнью. И я в эти времена меня получил, это интересно, первую Библию в моей жизни. Мне было 20 лет, как я получил первую мою Библию в жизни от свидетеля Иеговы. И я начал читать Библию, и две вещи произошли в моей жизни. Первая – я грешник. Я думал, что я зашел с ума. Я грешник. Я не мог за тем… Мне было очень тяжело. А вторая вещь, которую я открыл – Библия говорит по-другому, чем в некоторых вещах говорит по-другому, чем моя церковь. И на эту проблему я решил, у меня быстро я отвечу себя. Там, где Библия говорит по-другому, чем моя церковь, там Библия ошибается. И у меня был спокой. Но это другая вещь. Я грешник, она меня не давала спокою. Свидетель Иеговы мне сказал, тебе нужно найти правильную организацию, как ты будешь членом правильной организации, ты получишь спасение, потому что Иисус сказал, найдите правду, правда вас освободит. Истину, да. А истина – это правильная организация, он мне сказал. Но я родился в правильной организации. Но и пришел такой момент, когда я публично об этом не часто говорю, это было как папież приехал до Польши первый раз после военного положения. Я был в Częstochowa. Знаешь, что это Częstochowa? Это такое главное место культу Марии. Ага. Такое центрум культу Марии в Польше. Все молятся. Все туда приезжают. Приезжают поклоняться Марии. И для меня в эти времена... Она там являлась или что там? Там есть такая икона. И чудеса происходили. Чудесная икона. Да. Но это ж католическая? Католическая. И я поехал на встречу с римским папой. И там все было на тему Марии. Все песни. Но, знаешь, во время служения они тоже там читают Библию. Да. Но и был с Нового Завета и Старого Завета. И за Старого Завета начали читать Соломона, притчи Соломона. Я была у боку Господа, как он творил землю. Я была его... Мудрость. Но как ты знаешь Библию, то ты знаешь, что это мудрость. Але как ты слушаешь это в этом контексте, я была, я робила, я... то знаешь, кто... Як кто не читал Библию, то подумает, что о ким это? О Марии. Ну да, про Марию, да. Да, а я уже знал. И для меня было так тяжело, что я сказал, нет, это не мое место, и я ушел. И я пострадал свою церковь, я пострадал, и у меня было так, я уже знал, я грешник, у меня нет церкви, но свидетель Иеговы мне сказал, что прощение – это нужно найти истинную организацию. Но я начал искать, я произошел через... свидетелей Иеговы, адвентистов седьмого дня, много. И после 5 лет я начал молиться, Господь, я грешник, я не знаю, что мне сделать. Скажи мне, где правильная церковь. Я открыл Библию и прочитал, Иисус сказал, вы читаете Святое Писание, потому что думаете, что там есть жизнь, а то все говорит о мне. А мне, да. И то было как откровение.
ответ – это не церковь. Я люблю католическую церковь, люблю протестантские церкви, но ответ – это не церковь, это Иисус. Угу. Я ведь, это было этого дня, как произошел Чернобыль. Я не знал, что это был Чернобыль. Я помолился, ты умер за меня, я буду жить для тебя. И теперь в церкви, в которой я служу, есть католики, адвентисты, свидетели Иеговы. Все, что я произошел перед покаянием сегодня, потому что я могу, Господь мне приготовил. Но вы это пережили, это рождение? Да, свыше. Это какой год был? Во время 86-й год, как бы в этого дня, как произошел Чернобыль? Угу. 86-й год, да, это значит уже 40? За два года будет 40 лет. 40 лет. Ну и как мы начали церковь, ну, в городе, где я покаялся, но сначала было плохое отношение. Но потом все изменилось. И я думаю, что в Польше в некоторых местах есть хорошие отношения, в некоторых плохое отношение. И оно не только по стороне католиков. Оно, я думаю, что по двух сторонах. И я думаю, что проблема, если мы будем смотреть на человека через Иисуса, то мы найдем язык. Ну, сейчас во время войны у нас очень церквя сблизились. Да. И католики, и православные, и греко-католики, и баптисты, и пятидесятники, и харизматические церкви очень сблизились, потому что все-таки горе, страдание, оно сближает людей. Да. Вот. Ну, во-первых, спасибо большое, что все-таки вот польский народ столько принял людей из Украины, и так получилось нечаянно, знаете, что я на начало войны оказался в Польше. Угу. Вот. Ну, в Африке оказался, да, потом приехал в Польшу. Угу. И когда я уже там через несколько дней после начала войны возвращался, то я увидел эту пробку из автомобилей 400 километров длиной в несколько рядов. И все ехали в Польшу. Да. И всех их принимали. Давали дома, давали квартиры, давали еду, носили еду, продукты носили, все. То есть так, вот даже у нас в Украине, знаете, как говорят, ну, видите, Европа, она не такая там христианская. Но вот когда была война, то Европа, вся Европа, она показала свою христианскую сущность, христианскую природу вот в этом... в этом, как они принимали людей из Украины. Вот. Поэтому, слава Богу, слава Богу. Но вот то, что все-таки сильная такая католическая церковь, и она здесь такая, ну, наверное, не столько формальная, столько духовная тоже. Ну, тут и на языках они говорят. Есть одна часть церкви. Одна часть, да. И экзорцизм есть тут, и исцеление есть тут. Что все-таки вот протестантам удается дать такое, чего нету в католической церкви? Сложный вопрос, я понимаю. Сложный вопрос, потому что мне тяжело смотреть на эту часть католической церкви, мы называем это харизматическая часть, да. На что они там странные или другие. Для меня это церковь. Ну, церковь, да. И они, и для нас, я думаю, что люди привлекают в церковь две вещи. Откровение, как и есть Господь. Угу. И любовь людей. И та любовь есть и в разных местах. Длатего этот вопрос очень сложный. Люди хотят почувствовать живого Бога. И они будут искать, они будут там, где будут это переживать. Если это будет в движении католическом, они будут там. Если это почувствую в протестантском или евангеличном, пойдут в это место.
Потому этот вопрос сложный, что открывает. Но люди идут там, где могут почувствовать живого Бога и эту любовь взаимно. Если найдут ее, то будут там, где ее найдут. Спасибо, спасибо. Вот еще хотел за людей из Украины спросить вас. Знаете, ну, по началу войны там были такие прогнозы, там, ну, война через месяц закончится, через два месяца закончится, осенью закончится, зимой закончится. Естественно, люди, которые поехали сюда, которые эмигрировали, ну, это многие люди, я знаю это, да, они несчастные, потому что они потеряли свои дома, им некуда возвращаться. И многие люди вначале говорили, вот чуть-чуть, я скоро вернусь домой, вернусь домой, вернусь домой. Сейчас уже таких людей становится все меньше, 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 меньше. Да? И я вот слышал вот от Петра Кульпы, от этого министра польского, он говорил, что где-то 50 тысяч этих малых бизнесов открыли люди из Украины в Польше. Да? Это много. Как вы думаете, приживутся тут люди с Украины, будут жить? Я думаю, что много останется. Я смотрю на это через нашу церковь. Много уже людей, которые приехали еще перед пандемией, они уже здесь как дома. И изучили язык, нашли работу. Я думаю, что будет какая-то часть, которая останется здесь. Что они не вернусь уже там, потому что там не для них, для некоторых не могу чего это факт. Вернусь, да. И как я смотрю через нашу церковь, но есть семьи, которые я думаю, что останутся здесь. Может, не все. Некоторые уже еще уезжают в Западную Европу, в Америку, там, в Канаду. Но я думаю, что но Польша все равно вот она же ближе по менталитету, чем Германия вот людям с Украины. Я еще не у меня как-то сказать, я еще не дедушка, у моих детей нет детей, да. Но я несколько лет тому назад подружился с одной семьей из Украины еще перед пандемией. И у меня две внучки украинские. И я очень рад, и я ее люблю, как она бы была, мои внучки. Мы так подружились. Это такой пример. Мы как семья. Сначала мы говорили, это беженцы. Потом мы говорили, это гости. Теперь у нас никто в церкви не говорит, что это беженцы или гости. Мы одна семья. Я помню эти времена, это еще было до пандемии. У меня было такие откровения. Что нужно сделать так, чтобы поляки подружились с иностранцами, а иностранцы у нас в большинстве украинцы и белорусы. Я подумал так, сказал в церкви, я прошу всех поляков, которые хотят открыть свои дома для наших друзей из Украины, из Беларуси, чтобы поляки написали на листочках свой номер телефона, эти поляки, которые хотят пригласить людей из Украины или из Беларуси дома. Они написали свой адрес в бокс. А потом украинцы, белорусы, они берут как на случай. И там из телефона звонили. Мы хотим, чтобы вы нас пригласили. И поляки начали приглашать. И мы так подружились. Я сегодня, это пример, сегодня служение, воскресное служение. Я смотрю на сцену двух поляков, трое людей из Украины, трое белорусов. И так наша церковь. Мы одна семья. И для меня это чуд, который сделал Господь. Это чуд, которого не ожидал Путин. Я надеюсь, что ник не запсует, не мне кто сказать по-русски. Не испортит. Не испортит это. Я за то благодарен Господу.
Ну, видите, и в Украине политики, и в Польше есть политики, знаете, которым вот, ну, оно не дает покоя, это да. прошлое, да. Но мы видим, что, знаете, никто не вспомнил о плохом, когда люди оказались в беде, в трудностях, никто об этом не вспомнил. Я думаю, что даже вот эти все конфликты там с зерном там были, еще с чем-то, это все оно... Ну, искусственно сделано. Это не естественный конфликт. Это не то, что там кто-то кого-то ненавидит. Это, скорее всего, ну, какие-то политические процессы, которые произошли в жизни страны. Скажите, пожалуйста, ну, в личном плане чудо какое-то конкретное вы видели? Да. Если можно поподробнее. Но для меня этот первый чуд, который я произошел в моей жизни, это было покаяние. Это было, как Христос меня спас. Это для меня главный чуд. Я тоже пережил такой чуд, как я покаялся. Я с деревни. Я люблю говорить, я пацан с деревни. Покаялся мой друг. И это было... У нас не было церкви евангеличной. Самая близкая церковь была в Варшаве. Нужно было там 80 километров на поезде, одном, другом на трамвае, чтобы участвовать в служении. Ну и я с другом в субботу так хожу по нашей деревне, мы говорим. Так нам очень тяжело в сердце, что никого нет, только мы двое. Так я думал. Ну и с утра, в 5 часов утра, в воскресенье, я ехал на поезде в Варшаву на служение. Ну, и я еду на это служение, и я захожу в поезд, и я первый раз в жизни, я внутри услышал войти в, я не знаю, как по-русски, в вагон, как есть по-русски, там, этот, в поезд. Я зашел В тамбур. И я услышал в сердце голос. Иди, садись там в правой стороне. Я думал, что у меня там в голове случилось. Я пошел влево. Но я сижу и слышу, встань, иди вперед, на правую сторону. Но я открыл первые двери, коридор, потом вторые двери. А в воскресенье в 5 часов утра никто не путешествует. Пустой, да. Да. Я открываю, и я в шоке. Трохи мужчин сидит в одном части, и все читают Библию. Но то я у всех было место свободное, я усел возле них. И тоже открыл мою Библию. Мы читаем все. Но и они закрыли, то я закрыл. Но и я так думаю, свидетели Иеговы. Вот кто-то так и знал. Но и они меня спросили, то, что ты читаешь на Библии, да. А то, что вы читаете, да. А вы кто? А мы баптисты, едем на служение в Варшаве, живем недалеко твоей деревни. И так Господь мне показал, ты не сам. Есть еще другие верующие. Первый чуд. Но я тоже пережил исцеление, свое исцеление. Я видел исцеление людей. У меня тоже была такая ситуация, был такой момент в жизни. Мы покупали для церкви здание. И не было денег на ремонт. И это было в начале 90-х годов. Я ночью перебудился и начал молиться. У нас было такое пробуждение. Люди приходили в церковь. Не было места для них, а у нас был большой зал. Не было денег, чтобы его приготовить. И я начал молиться. Господь, ты знаешь, что у нас есть здание, не можем ничего сделать, потому что нет денег. И я получил покой. И помолился. А то не мой бизнес, только твой. Иду спать. И пошел спать. И с утра перебудил меня телефон. Позвонил до меня человек, который работал в коммунистичное время в политбюро. А я рассказал ему и его семье Евангелию, их крестил. Он был в другом городе, он был в Варшаве, я был далеко от Варшавы. И он позвонил до меня и сказал, Кришов, я хочу тебе дать много денег. Для меня много денег, это было 2000 злотых. Подумал, ой, будет на электрику, чтобы заплатить за электрику.
Он мне дал тиле денег, чтобы мы сделали целый ремонт. Для меня это был чуд. Потом, похожий чуд в моей жизни тоже с деньгами. У нас было 40 лет с моей женой, двое детей, нет денег, нет квартиры. Моя жена, она такая молителька. Я люблю работать, а она больше молится об этом. Я с утра перебудился, начали молиться, моя жена плакала, потому что нам нужно было отдать квартиру, в которой мы жили. Не было денег, не было ничего. Я сказал моей жене: ты как хочешь молиться, я иду. Не знаю, что буду делать. Может, я с кого-то встречусь. Я вышел с дома и позвонил до меня телефон. Человек, которого я много лет раньше привел до Христа, он пережил исцеление. Был подростком в эти времена. Я его много лет не видел. Он позвонил до меня и сказал: пастор, я бы хотел встретиться с тобой. Я с ним встречался, он мне дал деньги, мы могли покупать квартиру. На квартиру? Да. Слава Богу. Это был чудо. Такой чуд. Но много таких и исцелений, и в церкви, как Господь нас вел через откровения. Это так реально было. Мы делали шаг веры, Господь отвечал. И для меня это большое благословение. Слава Богу. Пастор Кшиштоф, скажите, вот междинаминационные отношения вот у вас сейчас в Варшаве с другими пасторами, с другими церквями, с католиками, с православными? С православными, может, меньше. Нет отношений таких, але с католиками. Нормальные, да? Нормальные. Говорим на тему этого движения харизматичного. С ними у нас хорошие отношения. И я там тоже служу, мы общаемся, дружимся. И у нас встречи также между церковной в Варшаве уже много лет происходит. Но не со всеми, так как везде. Но много церкви дружится. Мы учим тоже в нашей церкви, чтобы не смотреть на церковь через наше объединение, только через Христа. И так живем. Слава Богу. Много людей из Украины в Польше живут. Знаете, и вот какое бы вы пожелание дали этим людям сегодня? Пожелание, чтобы жечение? По поводу их жизни в Польше, по поводу их будущего в Польше. Кто захочет остаться. Потому что все равно культура отличается, люди отличаются, вообще Украина отличается, да. У нас, мне так кажется, у нас легче людям жить. У нас легче в больницу сходить. Легче деньги заработать. Легче. В Украине. В Украине. Да. Это правда. Это люди поняли. Да. Когда приехали в Европу, они поняли, да? Когда человек говорит: у меня болит там что-то, ему говорят: через 3 недели вот тебе придешь. Но у нас такого нет. У нас если болит, то он через час врача найдет. Да. Но так 3 главные для меня вещи. Чтобы эти люди, которые здесь, чтобы у них был мир в Господе, да, хорошо сказал. Спасены были, да. Так, это первое. Чтобы строили хорошие взаимоотношения, и чтобы, может, не 3 больше, чтобы был крыша над головой, хлеб на столе, присутствие Господа внутри и хорошие отношения с людьми из Украины, из Польши, из разных стран. Это мое такое желание, чтобы так получилось. И я так молюсь. Крыша над головой, хлеб на столе, присутствие Божие внутри, любовь взаимна. И может совет какой-то, знаете, для тех, кто из Украины здесь сейчас. Чтобы делать, чтобы не
как то сказать, не ну, слов не бракует, чтобы не... Не спешить, наверное. Не спешить, и чтобы не думать так, но будем ждать. Угу. Будем ждать, придет изменение. Не ждать. Делать шаги. Учиться языка. Жить сегодняшним днем. Так. У меня целую мою жизнь, у меня слово от Господа, значило в моей жизни, оно пришло. Что встречит твоя рука, чтобы сделать, ты сделай. Угу. И я так живу. Как Господь дает мне возможности, то я что и, можно делать, что сегодня делать. Надо делать. И если будут учиться языка, а потом вернусь в Украине, это тоже будет полезно. С языком вернусь. Да. Если начнет здесь учиться... Тоже будет полезно. Выучился, вернешься, да. С образованием. Не ждать. Не если сидеть, ты приобрел, да. Тут какую-то, да. Профессию, вернешься в конце концов с профессией. Да. Не сидеть и ждать на другое время. Они, да. Могут прийти, могут не прийти. 100%. Делать шаги веры, шаги, чтобы развиваться, да, постоянно. Это мой совет. Большое спасибо. Пусть Бог благословит вас, вашу семью, вот, ваше служение. И верю, что вы еще много сделаете для Господа на этой земле. Вот, от всех людей из Украины хочу еще раз вас поблагодарить в вашем лице всю Польшу. За такой прием, знаете, я это видел. Я это видел, когда я проходил через границу, и я остановился, ждал там автобуса, который будет ехать с Польши в Украину. И я смотрел, как люди переезжали границу, и им сразу давали там чай, бутерброды, и они буквально падали вот так на грудь к полякам и плакали, и говорили, ой, там, слава Богу. Ну, потому что страх был очень сильный. Ну, да. Знаете, мы переоценили Путина. Угу. Мы подумали, что он намного опаснее и сильнее, чем он оказался. Да. А он оказался слишком таким, ну, честно говоря, мелким, да. Вот. Многие люди боялись, потому что весь этот разговор ходил, что за 3 дня там Украину завоюют, да, да. И все, что и атомную бомбу кинут, и там пророчества все повспоминали, что там будет атомная война, и все, ну, переоценили. Ну, и слава Богу, что так оно все произошло. Поэтому огромное спасибо за эту помощь, за эту поддержку, и которую дальше продолжает правительство Польши оказывать нашим беженцам. Вот буквально сегодня я их всех видел, этих людей. Ну, слава Богу, люди, ну, нельзя сказать счастливые, но, по крайней мере, обеспеченные всем нужным для жизни. Да. Огромное вам спасибо. Большое, вам тоже большое спасибо, чтобы спасать тоже наш мир. Я на это так смотрю. Я очень благодарен за этих людей, которые приехали, служат в церкви. И мы можем дуже учиться от себя. И для меня это большое благословение. Я, честно говоря, я люблю Украину. Я за несколько дней буду в Украине. Я люблю пищу украинскую. Мои друзья из Украины говорят мне, бо ты наш. Но я ваш тоже. Я очень благодарен. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Шановні глядачі телеканалу «Новий Християнський», будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube-канал «Новий Християнський». Ставайте партнерами нашого телеканалу, щоб ми могли далі розповсюджувати Слово Боже, Слово віри. Ну, а я гадаю, що сьогодні наша програма з нашим благословенним братом, пастором Кшиштофом, вона вам сподобалась. Всього найкращого. Амінь.